Мамы и папы люберецких школьников попробовали сдать госэкзамен по русскому языку. Так округ присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». 50 взрослых сели за парты 12-го лицея, как и положено, с паспортом и черной гелевой ручкой. Каждый из них прошел путь школьника от регистрации до заполнения экзаменационных бланков. Для эксперимента даже разработали специальные контрольно-измерительные материалы с сокращенным числом заданий. Все для того, чтобы родители на практике убедились, не так страшен ЕГЭ, как его представляют. Акция создана для того, чтобы снять напряженность, продемонстрировать всю процедуру сдачи ЕГЭ, как встречают детей, как их провожают до аудитории, ознакомиться с бланками и схемами, соответственно, заданий. Сдать ЕГЭ родители люберецких школьников смогут еще дважды. 21 февраля госэкзамен по истории пройдет в 44-й гимназии, а в последний день месяца в 56-й гимназии проверят знания взрослых по математике. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.